не собираюсь сдаваться. Я не откажусь от своих мечтаний. Я сделаю свою жизнь более ценной. Ты справишься с этим, потому что это ты. Я сделаю свою жизнь более ценной. Всего 2 года в высшей школе? Ушла, чтобы заниматься продажами. Продавали ножи для стейков. Да, для этого нужны особые типы ножей. Ага. Дайте, пожалуйста, шанс. Только не смущайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада встрече с вами. Оп. Сейчас. Приятно познакомиться. От комиссионных можно жить как в раю. Обратитесь к врачу, чтобы он выписал вам рецепт. Знаете, сколько берем за полную дозу? Сколько? 40 тысяч. За год? Месяц. И в какой-то момент я поняла, что это дерьмо собачье. Это самый выигрышный билет среди тысячи неудачных. У вас должна быть смелость, чтобы вытащить его и стереть. Ничто так не вдохновляет, как полное отчаяние. В этом году мы не заработаем 100 тысяч. Скорее всего, это будет свыше 600. Работайте сообща, спина в спине. Владейте своей территорией. Владейте своей территорией. Владейте своей территорией. Ты не растешь, ты умираешь. Продажи неизменные. Продажи неизменные на уровне 170 миллионов. Молчите! Превратите свой кризис в огонь. Вы удивитесь своим возможностям. Это не твоя вина. Ты неплохой человек. Эмили Блант. Я не собираюсь сдаваться. Крис Эванс. Я не откажусь от своих мечтаний. Кэтрин О'Хара. Я сделаю жизнь более ценной. И Энди Гарсия. Я сделаю жизнь более ценной. Это я или он все просрал? Эй, ну-ка разуйтесь! Ну-ка разуйтесь! Продавцы боли. 27 октября только на Netflix.